добрейшего вечера. Я думаю, остались самые стойкие сейчас. И многие из вас знают, что сейчас произойдет. Это K-pop Random Play Dance Challenge. Я попрошу всех желающих, можете выйти, пожалуйста, к сцене, чтобы я могла понять, сколько вас всего. Смелее, друзья! Не, ну, в принципе, не все так критично, поэтому давайте на сцену, ребята. Итак, для тех, кто не знает, что такое K-pop Random Play Dance Challenge. Это новый челлендж, который набирает популярность во всем мире. Смысл его заключается в том, что, ребята, сейчас делимся на две части. Одна часть влево, другая часть вправо. Давайте поровну, потому что у нас сейчас вправо значительно перевешивает. Так, ну вот, я продолжаю объяснение. Включается трек, у нас заготовлена нарезка. И если вы слышите трек, который вы знаете, знаете танец к этому треку, вы выходите в центр и показываете свое мастерство. Вот. Также у нас в нарезке заготовлен один специальный трек. Он необычный, я надеюсь, он вас порадует. Вот. Но в принципе и наш оператор готов заснять все происходящее здесь. Вот. Я думаю, можно начать. Вы готовы? Давайте! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Don't want to
Gangnam Style.
Yeah.
Просим срочно наших друзей-волонтеров отправиться в организаторскую, привести сюда связанными жюри и развязанную Литану. Всем участникам K-pop челленджа и так далее. Аплодисменты! Это было невероятно. Мы недалеки от мирового рекорда, если я правильно понимаю. Организаторы, отсигнальте, пожалуйста, как-нибудь, когда Литана уже будет двигаться по залу, я пошучу.